Накануне начала летнего сезона Ульяновский пивоваренный завод «Трехсосенский» запустил новую производственную линию, которая придется по нраву горожанам. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Сергей Морозов. Перед этим глава региона осмотрел действующие и новые производственные площадки. Квасное производство было построено в рекордные сроки. Стройка началась в 2016 году, и в 2017 году в мае уже была запущена первая варка. Процессы все автоматизированы. Без ручного вмешательства, поэтому будем производить очень, скажем, много кваса, больше 100 тонн в сутки. Выпускаемая продукция производится из натурального сырья местного производства, преимущественно солода. Продукт уже прошел все необходимые проверки и стандарты качества. В этом году разработали три вида кваса. Это желтая бочка, ржаной бочонок и домашний бочонок. Данные виды кваса Роскачеством были подтверждены как квасы, соответствующие всем стандартам и даже по некоторым показателям выше стандартов. Приобрести ульяновский квас могут не только сами горожане, но и жители всей страны. Продукция предприятия совсем скоро отправится в Татарстан, Саратовскую, Оренбургскую, Самарскую, Саратовскую области и Москву. Дарья Сударева, Даниил Сурков, новости «Ульяновской правды».